Метро пришло в аэропорт. 6 сентября состоялось долгожданное открытие двух новых станций Солнцевской линии. Первая – Пыхтина. Авиатематика в оформлении станции вполне логична, до аэропорта совсем недалеко. На боковой стене отображена летопись самолетостроения. Другая стена представляет из себя панорамное стекло, однако вид здесь пока что на стройку. На потолке конструкции, похожие на турбины самолета. Главная деталь станции – это эскалаторный наклон и вид на подвешенный самолет Ту-144. Между новыми станциями был сделан метромост, но вид с него достаточно ограничен, а жаль. Вторая станция – аэропорт Внуково. Лично я очень рад вставке слова «аэропорт». Благодаря этому люди будут сразу понимать, куда ехать. Здесь оформление попроще, чем на Пыхтино. Станция оформлена в синем и сером цветах, но панно отца и сына Туполевых смотрится очень хорошо, как и боковые стены с континентами. Со станции также можно напрямую попасть в аэропорт, не выходя на улицу. Пишите в комментариях, понравились ли вам новые станции, и подписывайтесь на канал.